как ребенок во тьме бедокури. Звездам вновь рассыпая прикорм, и пока лезет всякая дурь среди множества строчек и форм, мир ложится до нельзя чудной и опять начинает толкать, что просвет вниз упав пеленой, выбиваясь, как тонкая прядь, говорил, это слишком старо, так что лучше свет в мраке верши, где из ангельских крыльев перо не нашло ни единой души.